Привет, народ! Всем доброго дня! Сегодня с вами Благодарев Владимир, Ford Focus, и мы снимать будем сегодня видео на такую тему, как люди, которые не уважают других людей. А не уважают они потому, что паркуются вторым рядом. Паркуются вторым рядом, то есть создают проблемы для движения. И вот сейчас мы не будем никого, так скажем, показывать номера, указывать дату, где это было снято. Просто город Воронеж. Просто центральные улицы, и просто мы с вами, проезжая, посмотрим непосредственно, как люди не уважают других людей. Поехали! Поставим.
Итак, этим видео, поверьте, дорогие мои друзья, мы не хотели никого обидеть. Мы не хотели, не преследовали цели засветить там номера, там еще что-то сделать. Нет, этим видео мы просто хотели показать, насколько хамское у нас отношение в городе, в нашем непосредственно любимом городе Воронеже, по отношению к другим водителям. То есть люди, как вы могли заметить, просто тупо бросают машину, вторая эта полоса, третья, вообще все равно. Бросают на разделительных, бросают на треугольниках, которые, ну, как бы должны показывать, куда люди съезжаются. Но по факту там просто тупо бросается машина, люди уходят, забивают, и фиг с ним. Но вопрос остается открытым. Ребят, вот, допустим, мне надо на 3 секунды забежать в аптеку. То есть я приехал маме заказать лекарство, да? Или там другу купить что-то срочное, какую-нибудь таблетку, там еще что-то. То есть мне надо буквально на 2 минуты. И я никогда со своей стороны, вот говорю, никогда не бросаю машину вторым рядом. Я всегда кружусь неоднократно. Ищу место парковочное, ищу куда заехать. Только после этого, припарковавшись правильно, я ставлю автомобиль. Почему-то другие люди думают, что они лучше, они круче, они мудрее остальных. Они бросают свою машину и уходят. Особенно очень часто это замечается за девушками. То есть, ну, как бы бросила, машина, фиг с ней, эвакуируют, не эвакуируют, потом приедут, заберут. Но по факту, ребят, задумайтесь просто о других. Мне кажется, надо быть вежливыми в первую очередь к самим себе и к другим людям, и потом что-то требовать от других. Поэтому всех благ, всем здоровья, удачи. До свидания.